Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сейчас я вам расскажу про такой лаваш московский, коломенский. Но я не удержался, открыл его и начал есть, потому что голоден. Булочно-кондитерского комбината. Значит, бездрожжевой он. Идеален для роллов. 3 штуки. Стругунский, трое суток. Значит, что здесь написано? Вода питьевая, мука пшеничная, хлебопекарный высшего сорта, масло растительное, соль пищевая. Очень хорошо. Сделан 23 июля 2024 года. А сегодня уже 24, но есть можно. Потому что он, можно сказать, сегодняшний. Пробую. Очень вкусная консистенция, как у жвачки. Пока-пока.